Всем привет, меня зовут Ангелина Тими, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рубрика «Пустые баночки». Я буду вам показывать продукты, которые у меня закончились, и расскажу о них свое мнение. Давайте начнем. У меня, кстати, новый пакетик, куда я складываю все, что у меня заканчивается. И первый продукт, который я вам сегодня покажу, это у нас для полости рта вот такая вот водичка. В двух словах, да, я в последнее время очень много времени уделяю своим зубам, да, стоматологи, клиники, чистка и так далее. Окей, поэтому тема, знаете, пасты, какие-то штучки, ёршики и так далее для зубов, мне это все очень интересно. И я решила вам показать вот такой вот продуктик, это у нас Биомед. Долгая свежесть дыхания, 250 мл, очень, конечно, у нас составик здесь хороший. Давайте посмотрим, кто производитель, потому что я сама не знаю. Республика Казахстан. Вау, допустим. А в двух словах по аромату. Очень прям, знаете, хорошо свежо. И так интересненько, что здесь у нас есть вот такие вот мандаринки. На самом деле мне понравился данный продукт. Я бы ему поставила хорошую восьмерочку. Я не знаю точно, знаете, вот тут написано, смотрите. Комплексный натуральный пенный ополаскиватель для полости рта. Свежесть дыхания. Тут у нас 10 ключевых натуральных компонентов и так далее. Конечно же, пишут, что без СЛС, без парабенов, без разных плохих, так скажем, штучек. Я не знаю, я не ожидаю каких-то сверхштучек от ополаскивателя для рта, и вам не советую. Мне эта прядь бесит вас тоже. Почему? Потому что, знаете, ну, вы должны понимать, главное, не покупайте, знаете, есть там, типа, для отбеливания, и вот вы там 38 раз в день это используете. Будьте аккуратны, на самом деле, я реально начала изучать тему, вот эту вот вся, да, зубную тему, я смотрю там, что говорят профессионалы и так далее, и реально, главное, знаете, не переборщить, потому что все хотят отбелить и так далее, это плохо, да, может эмаль, и все, кранты. Короче, 8 баллов. В принципе, хорошая стоимость, интересный продукт, куплю ли я еще, могу, умею, практикую, возможно, просто, чтобы был какой-то другой вкус-аромат, поэтому восьмерочка. Next. Что же выбрать? А, девочки и мальчики, показываю вам еще один ополаскиватель для рта. Опять же, возвращаясь ко всей зубной теме, это у нас Курасепт. На самом деле, если вы, да, начнете изучать всю эту интересную, обширную тему, вы поймете, что Курасепт советуют очень-очень-очень многие профессионалы, да, стоматологи, те, кто просто учится, да, в этой сфере, те, кто вообще уже шарит, кто лечит, кто, короче, просто все и стоматологи, и ортодонты, и хирурги, реально, мой стоматолог-терапевт, так скажем, она мне тоже говорила, что Курасепт просто супер-мега-классно, у тех, у кого брекеты, супер-мега-классно, у кого импланты, это, короче, просто вау, потому что здесь якобы хороший состав, да, и что еще, ну, и здесь у нас, конечно, вайтенинг, вау. Я хочу вам сказать, что, допустим, в Кишиневе эта продукция совсем не бюджетная, я начала смотреть на АВБ, я вообще была в шоке, то есть где-то 800 рублей, 1000-1200 и так далее за вот такой вот ополаскиватель для рта. У нас здесь 300 миллилитров. Это, конечно, вообще Шамбрайлок Даймонд, да, это пока самые такие дорогие у меня продукты именно от Курасепт. Открою вам маленькую тайну, у меня сейчас щетка для зубов есть от Курасепт, потом еще, короче, мне очень понравилось. Маленький моментик, у меня очень, знаете, такой язык, да, немножко такая вот тема, он восприимчивый на все, поэтому я, когда полоскаю свой рот, я наливаю в эту крышечку немножечко водички, потом средство и вот так вот полоскаю, потому что по-другому мне очень not wow. Я ставлю этому средству 9, просто 1 балл убираем, просто потому что, конечно, стоимость реально кусается. Следующий продукт, давайте я вам покажу штучки для подмышек, как я им говорю. Это у нас вот такие вот вкусняшки, чтобы мы были более ароматные. Во-первых, Old Spice. Я вам не раз говорила, что Old Spice создан не только для мужчин. Если вам нравятся такие хорошие, сильные ароматы, то поверьте мне, эта штучка покажет себя очень хорошо.
Просто вау, я очень такое обожаю. Честно, 10 из 10. Справляется хорошо. Есть разные, да, так скажем, названия с разными штучками, но, в принципе, справляется хорошо. На сейле почти что всегда можно найти. Короче, почему бы и нет. И следующий продукт, это у нас Sorb. Ну, кто знает, тот знает. Тоже очень сильный аромат, несмотря на то, что уже давно закончилось, да, и она как бы ждет. Смотрите, какой дизайн красивый. Короче, ставлю 9 баллов, тоже очень хорошо, очень прикольно, очень вау, этот аромат такой, я его обожаю. И следующий продукт у нас Hand Scrub. Очень интересный продукт, мне его дарили. Я хоть и девочка помешанная на уходе, да, именно, ну, как уходовая косметика, мне более интересно, чем, допустим, декоративная. Но, конечно, hand scrub, скраб для рук, это нечто такое, знаете, даже для меня, о май гад. Но все, что хочу сказать, это у нас made in, короче, польский бренд Oriflame, вау, 75 миллилитров. На самом деле, за руками, конечно, нужно ухаживать, и мы делаем огромную ошибку, я уверена, вы тоже не очень ухаживаете, когда, так скажем, забиваем на это все, да, но это, конечно, интересный экспириенс. Я не знаю, куплю ли я сама, мне подарили, я использовала, он максимально нежный, максимально, там, знаете, такая какая-то консистенция по аромату, ну, так, эти вот скрабирующие частички, они очень, их так мало, все, короче, еле-еле-еле, но я, наверное, не куплю в следующий раз, если куплю, то какой-нибудь другой метод, поэтому я не буду вам его советовать. Next, девочки, опа-на, и давайте перейдем к вот такой малютке. Я уверена, что вы знаете, что это такое, это у нас Белита Янг, это у нас белорусская косметика. Просто посмотрите на эту малышку, сколько здесь миллилитров. Я уже ее так давно закончила, так давно хотела вам показать. Я не знаю, здесь очень мало, сколько тут, не знаю, 20-30, просто очень и очень мало. Это у нас BB-крем для лица, Photoshop эффект, естественный, универсальный тон, SPF 15. Если вы супер-мега молодая девчонка, которая ищет бюджетный продукт, то это для вас. Плюс к этому, вы, знаете, ищете такой продукт, допустим, вот такую вот малютку, которую можно с собой брать куда-то. Я ее для этого именно и покупала, потому что я ехала, что-то, короче, было, я хотела, да, иметь вот такую штучку, но мне не понравилось. На самом деле у меня сейчас в косметичке есть очень хороший, классный вайбовый тон, который я обязательно как-нибудь я вам расскажу про него. И я настолько в восторге от него, что мне уже, знаете, все, что было до, кажется не вайбовым, не прикольным. И еще, конечно, я его купила. Он кстати, аромат прикольный, он был очень, вот еще здесь есть, аромат очень, о, блин, аромат, цвет не подходит, я девочка white, да, Shambralic Diamond, вы видите это, он был темненький, но зимой, Ангелина, летом самое то, самое, во-первых, он, знаете, такой, ну, легкий, так скажем, ну, он биби, понятное дело, да, легкий такой эффект дает, короче, реально для очень-очень-очень-очень молоденьких девочек. Если у вас уже возрастная какая-то кожа, да, после 25, я не советую вам его брать, есть другие продукты, которые уже будут получше. Здесь реально для девочек, которые хотят сэкономить, да, которым важно краситься каждый раз, да, хотя вроде не хотят переборщить, но в то же время хотят, чтобы что-то где-то как-то было видно, вот это то самое покупайте, ищите просто максимально бюджетно. Поэтому я, конечно, не куплю уже, потому что мне скоро 26, уже куда. И давайте последний продукт на today. Это у нас вот такая вот сыворотка от Novasweet. Я в свое время, а именно 5 лет назад, очень любила эти сыворотки. Они тогда были очень популярны, да, на маркетплейсах. Они были очень бюджетные, да, и вот эта вот тема была гиалуроновая кислота, гиалуроновые штучки, очень популярны, все покупали и так далее. Вы можете увидеть, что у меня здесь, ну, почти полная штучка. Все-таки я не смогла ее доиспользовать, мне, знаете, не понравилось. Когда мне было 20, когда мне было 20, знаете, я как бы нанесла, типа что-то какие-то сыворотки, такая, о, прикольно, и так далее, и все. Сейчас я попробовала корейские сыворотки, да, ну, все, наверное, просто корейские. Они мне понравились, какой-то, да, такой эффект уже ей более у нас есть, поэтому
Я остановилась на них, а эту штучку не смогла закончить. На самом деле, я не раз говорила о том, что я, знаете, такой человек, я пытаюсь, даже если продукт мне не подошел, его где-то применить в другом месте. Допустим, вот эта штучка очень хорошая, допустим, у вас сухие локти, да, для ног и так далее. Короче, вы понимаете, да? Но я все-таки, короче, не смогла, плюс уже срок годности, плюс то, все пятое, шестое, десятое. Она давно, я ее, короче, открыла и недоиспользовала. Ну, короче, не сошлось у нас. Я больше такие штучки не буду покупать, но в свое время очень, как говорю вам, любила. И Новосвит — это максимально бюджетная косметика. Это у нас что? Это у нас Moscow City. Попробуйте, вдруг опять же вам понравится. Если вы молоденькая, да, если вы такой хотите легкий моментик, эффектик, покупайте. Но опять же, более возрастным girls я бы не советовала. Все, дорогие мои, вы как думали, у меня тут все будет бесконечно? Все, в следующий раз уже. Вот такие покупочки у меня были. Можете поставить мне лайк, написать комментарий. На моем канале уже 806 подписчиков. Я просто рада. Я очень ждала, когда будет цифра 800. И она настала. Настал тот день, настал тот час. Счастливы для нас. Next цифра красивая 900. Поэтому вы можете мне помочь ее добиться, ее увидеть, ее прочувствовать и так далее. Но когда будет 1000, мне кажется, я просто буду шамбрай like a diamond. Все, на этом все. Всем спасибо. Напишите, конечно же, вы, что вообще вам понравилось, что нет. Возможно, вы что-то пробовали, или наоборот, вы скажете oh no, oh no, oh no. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.